Коробки с сигаретами на любой вкус и цвет. Товаром завален весь гараж, от разнообразия этикеток рябит в глазах. Владелец партии поначалу утверждал, что все это для личного пользования. Дескать, забирал понемногу и курил. Но у оперативников были серьезные сомнения в достоверности объяснений мужчину. Поскольку немаркированные сигареты из этого склада доставлялись на продажу по низкой цене и пользовались спросом у массового непритязательного потребителя. В ходе проведения оперативных мероприятий в арендуемых одним из подозреваемых гаражных боксах полицейскими обнаружено и изъято более 128 тысяч пачек немаркированной табачной продукции и более 500 бутылок немаркированного алкоголя. Установлено, что указанная продукция сбывалась через сеть частных продуктовых магазинов, расположенных на территории ряда населенных пунктов Балашовского района. По итогам проведенных мероприятий общая стоимость изъятой партии немаркированной табачной и алкогольной продукции составляет более 20 миллионов рублей. По выявленным фактам следственным отделом МОМВД России Балашовский Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет и крупный денежный штраф. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.